Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Давайте начнем с детской линейки. Закончился шампунь «Бальзам Техно Kids 2 в 1 для детей 3+.» 100 раз вам уже его показывала, всегда берем, нравится, нравится вот этот свежий, зеленый, сочный аромат зеленого яблока, он потрясающий просто. Артикул 2354 хорошо промывает волосы, не сильно спутывает, хотя нашим волосам уже все перепробовали, спутывает все. Потом обязательно бальзамы, маски, несмывашки и так далее. Нравится, хороший, безопасный, никаких неприятных ощущений, аллергических реакций, ничего не вызвал, поэтому постоянно покупаю, повторяем покупку, постоянно он у нас есть в запасе. Закончился вот такой вот крем из малышковой линейки Faberlic Baby. 0+, артикул его 1645, тоже частенько повторяем, особенно сейчас на холодное время года, часто обветривает лицо и руки тоже, смазываем щечки перед выходом на улицу, вечером на ночь после ванны, смазываем ручки, ножки и лицо, поэтому да, он гипоаллергенный, у этой серии очень классная одушка, чистоты, никаких примесей больше нету, прям очень нравится, вообще эту всю линейку обожаем. Крем с пантенолом классно увлажняет кожу, избавляет от шелушений, нравится. Так, и закончилась зубная паста Груша 6+, тоже из линейки Техно Kids. Артикул ее 2359. К зубным детским пастам никаких, девчонки, нареканий нет и не было. Прекрасно очищает эмаль, пробовала даже на себе. Отлично в течение дня сохраняется чистота эмали. В общем, все хорошо. Пользуемся уже не первый год. Здесь такая она зеленоватая. Пахнет тоже такой зелененькой грушей, аромат вкусный, ребенку нравится, никаких неприятных ощущений, поэтому тоже всегда в запасе, когда акция, прям много-много набираем. Так, девчонки, дальше покажу обновленную линеечку The Line, здесь у нас гель для бритья, артикул 2571, закончился вот такой вот гель, и что могу сказать по нему, ну гель, как бы ничего особенного, сверхъестественного. Ну, вообще ничего. Повторять покупку, скорее всего, больше не буду. Есть средства гораздо круче. Вообще по этой линейке она мне понравилась гораздо меньше, чем предыдущая с алоэ. Я вам уже рассказывала, как-то в одном видео я тестировала после депиляции. На одну ногу нанесла гель после бритья из этой линейки, да? А на другую гель после бритья из старой линейки с алоэ, The Line, да? И вот когда нанесла из старой линейки, да, раздражение пропало моментально. А вот после обновленного вот этого, к сожалению, оно не пропало вообще. Поэтому по мне эта линейка хуже, и повторять я ее не буду. Добью вот гель после бритья, как бы и все. Так, дальше давайте по ароматам. Закончилось два аромата, добила их не я, а дочь. Первый это Aroma Mania, еще по стартовой программе приходила аж, наверное, больше 2 лет назад уже. И вот до сих пор никак они не могли закончиться. Это бергамот, девчонки, это моноароматы. Они бывают за смешные деньги очень в каталогах. Бергамот один из удачных моноароматов. Он интересный. Многим нравится. Они не очень стойкие, но тем не менее, вот мы добили как освежитель воздуха, и дочь игралась. А так бергамот вот мне больше всего нравится в моноароматах. Такой интересный. Так, и второй парфюм это Аура. По-моему, тоже он приходил по стартовой программе «Последний шаг», и тоже дочь с ним игралась. Мне не понравился. Какой-то он возрастной. Не знаю. Горьковатый. Слишком такой горьковатый, терпкий. Мне не нравится. Это не мое. Вот она его тоже кое-как добила. И хорошо. Так, дальше. Новинки прошлого каталога Beauty Cafe. Это жидкое мыло с грушей. Артикул 2537. Два брала я таких с грушей. Еще какой-то зелененький. Мне понравилось. Во-первых, красиво. Красивый флакончик, красивый цвет мыла. Что касается груши, похож ли аромат на прошлую линейку, потому что многие девчонки полюбили из прошлой линейки Beauty Cafe именно вот эту вот грушовую серию. Она, кстати, будет в первом каталоге. Кто любит, запасайтесь. Там остатки у нас в конце каталога распродают. Похож запах, нет, все равно похож. У меня из той прошлой серии было и суфле для тела, и мыло я тоже брала. Аромат на самом деле похож. Возможно, просто перелили, чего-то добавили, добавили красителей каких-то. В целом, мыло очень неплохое, сухости рук не вызвало. Мыло как мыло, аромат приятный, не сильно бьет в нос. Сладковатая такая груша с небольшим подтоном выпечки.
Вот, поэтому мыло хорошее, да, всегда беру, стоит одно в ванной, одно на кухне, всегда запас какой-то должен быть. Так, закончился у меня несмываемый мист кондиционер, вот такой, девчонки, из линеечки Salon Key. Мне он не подошел, это умный кератин, восстанавливающий, увлажняющий для поврежденных волос. Артикул 78-76, видите, какого он цвета такого вот. Мне не подошел, я использовала дочери, ну и ей он не сильно облегчал расчесывание, честно говоря, поэтому так себе, повторять больше не буду. И помимо того, что не облегчает расчесывание, еще вызывал пушистость. У меня вообще многие средства от Faberlic, не считая средства самые, вызывают пушистость. Вот нанесла, и как-то вот у нас же волосы не все ровные, у нас некоторые отваливаются в процессе носки, скажем так. Есть коротенькие, есть пушок, которые растут заново, да. И вот после вот этого вот миста кондиционера, прямо они все как-то дыбом стоят, некрасиво. Не понравилось, брать больше не буду. Так, закончился крем Retinol Like, недавно брала. Вот он как выглядит, девчонки. Это линейка Эксперт, артикул 1215. А у меня есть еще такая сыворотка, но сыворотка у нас на ночь. А на ночь у меня так много продуктов скопилось потестировать, поэтому ее еще не добила. А вот крем, да, крем, к нему прям тянулась рука на ежедневной основе. Сейчас у меня кожа не жирная, даже не комбинированная, а скорее нормальная зимой. От отопления, от морозов немножко. Ну, она не сохнет у меня, нет шелушений, ничего такого. Но она нормальная сейчас, вот прям вот вообще огонь. И к вот этому крему рука тянулась. Летом он, скорее всего, мне не подошел бы, вызывал излишнюю жирность, может быть. А сейчас прям идеально, девчонки. Это, наверное, единственный крем за последнее время, который я прям добивала, дожимала до каплюшечки. Буквально вчера доиспользовала. Очень понравился, прям изумительно. Я от него увидела, от всей этой линейки, от сыворотки, от крема, эффект сразу на первый день использования. Кожа как-то моложе, подтянутее, увлажненная. Не знаю, мне понравилось. Очень классно использовать его сейчас на дневной основе. Многие девчонки почему-то писали, что им сейчас в холодное время не подходит, хотя кожа сухая и так далее, не впитывается еще что-то. Я не знаю, с чем это связано, потому что моя кожа крайне не любит тяжелые продукты, а вот этот продукт прямо она впитывала, всасывала в себя невозможно. Прям моментально, и нигде ни грамма не было жирности. Все идеально, и лицо выглядело классно, и кожа потрясающая. Поэтому мне очень понравилось. Скорее всего, буду повторять, если какие-то опять новинки крутые не появятся, да. Вот этот крем очень понравился на зиму. Прям вообще огонь. Так, закончилась концентрированный бальзам для мытья посуды. Вот такой вот с пантенолом. Относительно недавние новинки. Вот только закончился. Брала, как появился, и только вчера добила. Он у нас 0+, с миндальным молочком. Артикул 396 с маслом миндаля. Вот. Хорошая, понравилась, очень не сильный аромат, еле уловимая душка. Миндальная, прям миндальная. Но единственное, что хочу сказать, вот эти новинки, вот это и розовая, да, они пенятся хуже, нежели предыдущие, но они бережнее к рукам, потому что от предыдущих средств для мытья посуды у меня сохли руки. Я не мою в перчатках, не могу, неудобно мне, девчонки. Вот. А здесь нежная забота о коже рук, да. Но оно пенится мало. То есть, если вот скопилась гора посуды в раковине, да, вы вспенили губку, мойте, и может не хватить этой пены, приходится еще добавлять. С предыдущими такого не было средствами, поэтому имейте в виду, оно пенится хуже, но отмывает также хорошо, и в то же время еще заботится о ваших ручках. Меня как бы этот вариант устраивает. Я люблю, когда оно кончается быстро, не люблю экономить средства эти, потому что хочется попробовать и новые. Так что вот так. Закончилось любимое средство для ежедневной интимной гигиены. Вот это вот классическое гипоаллергенное из линейки Эксперт Фарма. Артикул его 1640. Хватает надолго. Текстура гелевая. Пенится средняя. Но там пена как бы и не нужна, да? А душка очень деликатная, неощутимая. Не бьет в нос, не вызывает никаких неприятных ощущений. Средство, запах чистоты. Средство само по себе тоже очень деликатное. Не сушит кожу. Никаких нареканий к нему нет. Пользуюсь тоже уже не один год. И мне оно нравится гораздо больше, чем Луника, да, новинки наши. Лунику сейчас добью и больше покупать не буду. Только вот это вот средство. Так, дальше, девчонки, из косметики, скажем так. Бальзам. Бальзам. Лип-бальзам. Антивозрастной. Антивозрастной закончился. Я вам про бальзам уже в видео говорила, что мне ни один не нравится. Артикул 4570. Закончился вот такой вот он розовенький, слегка розоватый, да, оттенка на губах не оставляет.
нанесли, и вроде как губы увлажненные, потом впитывается в губы, и губы по факту становятся еще суше, чем были. Поэтому мне бальзамы Фаберлик не нравятся, я покупки больше повторять не буду. Есть определенный запас, надо добивать и больше к ним не возвращаться. Закончилось не то, что закончилось, пора я на отдых, уже заслуженный тушь Мисс Киорл, я во много раз уже тоже показывала, только ей сейчас на постоянной основе и пользуюсь. Вот она у меня на ресничках сейчас в два слоя. Идеальная для меня тушь Фаберлик, которую не хочу ни на что просто менять. Артикул 5762, это коричневая тушь. Точно такую же вы видели, я взяла в прошлом заказе. Вот такая у нее силиконовая кисточка, слегка изогнутая. Гель позволяет вашим ресничкам сделать такой ровный ряд, да, если они у вас непослушные, вы можете этой кисточкой, за счет того, что гель очень быстро засыхает, приподнять их вот так, да, подержать немножко, и он очень быстро, гель засыхает, ваши реснички становятся ровным рядом в том положении, в котором вам нужно. Абсолютно никаких паучьих лапов, никаких комков, никаких нареканий к этой туши нет, она просто идеальна, она долго играющая, она у меня, наверное, по 3 месяца, уже вроде хочется и новую, и свежую, но она все еще работает, как бы, а если еще тут и запах, паску вытащить, вообще можно пользоваться по полгода. Но это не совсем гигиенично с точки зрения косметологии, да, но я пользуюсь месяц по 2, по 3, потом покупаю новую, все прекрасно. Брала новинки, ничто мне так не зашло, как вот эта вот тушь Мисс Киорл. Очень рекомендую вам присмотреться. И коричневая, она еще такой более естественный делает взгляд, мне нравится очень. Так, закончилась зубная паста, отбеливающая, концентрированная 200+, вот так она выглядит, Фаберлик Эксперт Фарма. 16,94 ее артикул, и у меня ее добил муж. Мне пасты Фаберлик не подходят, они вызывают повышение чувствительности эмали зубов, хотя очищают хорошо, и вроде бы все прекрасно. Но у меня вот такая вот ситуация сложилась, поэтому вот эту пасту добил муж, вроде у него все нормально, а я пасты для себя Фаберлик не покупаю. Так, закончилась у меня любимая активная крем-маска для лица 2 в 1, тоже из линейки Фаберлик Эксперт Фарма. Вот так она выглядит. Это у нас серия антиакне, глубокое очищение, матирующий эффект. 16,69 ее артикул, здесь 100 мл, но хватает ее очень надолго. Если пользоваться ей как маской, ну, раза два в неделю, да, или даже как умывашкой, потому что этот способ мне нравится гораздо больше, так как маска... Но, скорее всего, там глина есть в составе, и она такая густая-густая. Она очень плохо выдавливается из тюбика даже за счет того, что консистенция невозможно густая, да. И я наносила ее на щеточку, щеточку использовала как умывашку. Это одно из самых действенных средств, которое я пробовала в своей жизни против расширенных пор, да, и черных точек. Очень круто вычищает поры просто до белизны и сужает их. Этот эффект держится всего лишь несколько часов, потом все возвращается на круги своя, потому что поры, которые нам суждены от природы, как правило, мало чем из ситуации можно это изменить, но скорректировать, конечно, питание, образ жизни и так далее, но все равно, как правило, это генетика. Но вот это средство чудесно действует временно, временный эффект, так скажем, да, поэтому кто находится в поиске крутого средства от черных точек для сужения пор, я вам очень рекомендую присмотреться к вот этой маске 2 в 1. Она у нас была в Фаберлик клубе. Кто еще не потратил свои баллы, можно ее там приобрести. Очищающие полоски для лба и носа, новые из линейки InfoW. Осталось у меня две я использовала. Первую мы с вами вместе тестировали, и как-то ничего не случилось. Но у меня поры и так вычищены, я эту ситуацию не запускаю. Поэтому тяжело было сказать, что-то вроде там было. Мы отрывали ее с вами медленно. Нет, быстро наоборот. А мне девчонки потом написали, что надо медленно, так как-то лучше вычищает. Второй раз я уже попробовала прям медленно с носа снимать. Ну и в принципе ситуация та же самая. Не скажу, что сужает поры, очищает, да, возможно, они у меня очищены, поэтому здесь тоже трудно судить. Предупреждает появление комедонов, сужению пор матирует. Ну, матирует, возможно, да, но сужению пор нет. После того, как вы сняли эту полоску с носа, они у вас, наоборот, расширены. Потом, спустя какое-то время, они сузятся. Поэтому, я не знаю, насчет способствует сужению пор, я бы тут немножко поспорила. Но такие вещи, если у вас запущенная ситуация, в доме иметь надо и периодически ими пользоваться. Так, и последнее, что покажу, девчонки, это у нас карбокситерапия. 3 шага. Закончилось. Буду повторять однозначно. Первые 2 шага у нас продаются вместе, хотя и они под отдельными артикулами есть. Но обычно они у нас идут в каталоге вместе, в коробочке. Первый шаг 02.94, второй шаг 02.94, да, один артикул.
И третий шаг, он отдельно продается, 0,2,95, это маска. Карбокситерапию мы с вами делали вместе, тестировали, мне безумно нравится. Я уже третий раз повторяю покупку и буду брать еще однозначно. А что делает эта процедура, как бы на дому, скажем так? Первый шаг, это у нас увлажняющий бальзам. Мы его наносим, ждем несколько минуточек, и потом наносим шаг второй. Это гель-активатор углекислого газа на вашей коже. И начинает все это дело, да, второй слой поверх первого вспениваться, начинается процесс вот этой активации углекислого газа, за счет этого очищаются наши поры, выравнивается цвет лица, лицо становится гладеньким, мне очень нравится эта процедура, обожаю. И больше всего мне нравится эффект от третьего шага, поэтому если берете, я вам советую прям в комплексе брать. После того, как мы смыли первый и второй шаг, да, со своего лица, нам советует производитель даже не смывать, а промокать полотенцем, салфеткой и так далее, мы наносим третий шаг, это маска, она гелевая, не полупрозрачная, а прозрачная, слегка с голубоватым оттенком. И вот после второго шага у меня особенно ничего не щипит, а вот после маски, тест-зоны, вот эти все зоны начинают щипать, прям так достаточно сильно, и это проходит минутки через 2-3. И дальше кожа практически всасывает эту маску гелевую, впитывает ее в себя практически полностью. Я все равно потом остатки смываю, иначе липкость может остаться. Ну, как бы и положено смывать, да? И кожа просто в идеальном состоянии. Она очищенная, она подтянутая, тон ровный, она упругая. В общем, все здесь прекрасно. И помимо всех этих плюсов, карбокситерапию, в отличие от химического пилинга кислотного, можно применять и летом, и в солнечную погоду выходить, не боясь того, что появятся пигментные пятна, у кого кожа к этому склонна. Рекомендую вам очень эту систему, хватает надолго. Раз в неделю я делаю эту процедуру, этого достаточно. Здесь достаточно продукта на несколько, ну, на 2 месяца точно хватит, поэтому нормально. За такую цену нормально, девчонки. Ну вот и все, мои хорошие, вот такие пустые баночки у меня скопились в этом месяце. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и ссылка на регистрацию Фаберлик тоже всегда под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.